Видео может содержать ненормативную лексику, сцены насилия, поэтому это видео не рекомендуется смотреть никому. Привет, продолжаю проходить УГСР Ганслингер. Сегодня начало серии будет такое трэшовое, наверное. Нахожусь на НИИ Агропром, и надо нам забрать документы у военных. Там как бы написано «выкрасть». Я ни разу не крал документы, проходил напропалую. Ну, наверное, все так делали, потому что я даже не знаю, как это сделать, чтобы тебя не заметили. Выбрался я в прошлой серии из этого адского тоннеля с контролерами. Там обычно один, а это два. Причем они такие жесткие прям. Че, за мной никто не идет? А сколько их вообще здесь? Он там на вышке точно сидел, орал и мне стрелял в спину. Может, его оставим? Вон он. Обо мне не знают? Хорош. Все, теперь знают. Назад. Сколько много модов я проходил вот так вот. То есть в этой казарме забивался, и они просто шли. И я херячил. И также оригинал. Но деваться некуда было. Просто их здесь очень много. Прикинь, что он просто стреляет в стену. Блять, я бы сломал эту сирену. Блять, какие топоты слышно? Никого что-то не видно. Да, где-то вот тут слева. Вон он. Не помню, в каком моде. Вот это крыльцо багованное. То есть, чувак... Чувака видно только тогда, когда он прям вот на месте этого трупа появляется, то есть заходит именно в здание. И ты просто стоишь и не видишь, а они тебя оттуда с крыльца уже накидывают. А здесь вроде норм. Так, два. Три, то есть, да, уже трупа. Этот что-то не шмаляет. И все, что ли? Так. Сагрил. Их, видимо, по отдельности сагривать надо. Чё, гранату сюда кинул? Ты, блядь! Сука! Подошел, блядь! Скотина! Так, оружие, блядь, добрал. Вертолет периодически прилетает что-то. Вот. Да, с ганслингером это прям вот сильно украшает игру. Ух ты, второй. А много весит ли они? Килограмм? Да не, немного. Хорошо, ремкомплект даже на трупах появляется. Будем продвигаться, короче, вот так. Хорош. Блять, то есть ты тут стоишь, я убил твоего товарища, блять. Есть, есть труп там.
Ух ты, ёб! Где? Так, есть. Да ну нахуй, третий здесь. Так, все. Бля, вертолет напрягает этот, летает. Он вообще что-то будет делать? Ну, как-то странно летает. Обычно где-то там очень-очень высоко, а этот прям как будто может расстрелять. Так, вижу, вон на вышке сидит. Блять, ну туда чем дострельнуть-то? Попал. Орёт, попал мне. Спасибо, что инфуешь. Еще бы говорил, куда левее, ниже, правее. Убил, короче, по-моему. Так. Да, лети отсюда, не пугай. Этого Грена ёбнул. Сразу, смотри, калаш отлетает. Повреждение, то есть полное. Арт. Улетел вертолет. Это, по-моему, аномальный болт, да? Я точно не скажу, как, в каком он моде, да? Ну, в многих, по-моему, был. Хорош, ты что, живой, что ли? Он слез? Или это другой? Не помню, чтобы вояки слезали. Сука ты, смотри, что. Блять, туда не залезу? Залезу. А что он дает? Что-то он с какими-то свойствами. Ага, радиация выводит. Причем без побочных эффектов. И причем их, я так, как я понимаю, их много. Да давай, блядь. Мужик сказал, мужик сделал, блядь. Где-то топает еще, как будто по траве. Сука, по траве слышно, а как, блядь, к тебе по бетону крадется, не слышно. Блядь, надо этого как-то убить. Сейчас придет в спину, сука. Да, это второй. Что здесь второй делал, я не знаю, под вышкой. Так, патроны всегда. В этом моде нужны будут, я так понимаю. Может, у этого какое-нибудь снайперское оружие? Не. Бывает такое, типа СКС-ка, чувака. Да еще и с прицелом. Или калаш мог быть с ПСО-хой. В каких-то модах такое было. Чуваки жесткие. Блять, ну и у тебя ствол нагибает. Ух ты, там тоже. И ты, получается, их тоже выстегиваешь. Так, не сюда. Здесь нету что-то.
Так, такая сложность вот мне нравится. Тебе накидывают, и когда ты накидываешь. Так, этот заперт, по-моему, даже на ходу, наверное. Опа, прикинь, тут подстава. Так, ладно. Оттуда зайдем к тайнику. Значит, есть такие моды, где ты, блядь, отлетаешь сам с полтычка, а в чувака надо выпустить, я не знаю, там, рожок, чтоб он помер. Надо, короче, починиться. Броньку. Вот и вес скинуть. Броня отлетает кошмарно тут быстро, просто прям. Где ты, сука? Не можешь, сука, нахуй стрелял. Еще одна бронь монолита. 45 отсыпы, блядь, чтобы он пропал. Давай возьмем. Смотри, что только что починил, просто два тычка и все. И, блядь, уже тихо. 34, 38. Не, бронь монолита не подходит. Так вот, я не знаю, можно будет починить, к примеру? Ну-ка. Не нуждается в ремонте. Ну, как бы нуждается, как это, блядь? Как-то тут все наоборот. Мутанты тебя тут видят и бегут к тебе, сломя голову, хрен пойми. Откуда? А люди стоят, орут, что-то и не подходят. Не все, короче. А здесь что, все? Капитан только один остался? Что-то криков никаких нету. Так. Вот он, ты ничего. Кто забегал? Ты смотри, чё, охренеть просто. М-ка. Нету его. Куда же он двинуть мог? Слушай. А можно же вот так, да? Нет, почему-то не надевается. Ты чё, скотина, сука? Не видишь, любуюсь. Ползи назад, сталкер! Не хрен тебе в зоне делать. Я залёг. Не понял, аптеки, прикинь, красные кончились. Так, ладно. Расслабился, блядь. Сучара, где ты есть-то? Ты посмотри, какой калаш, еба, вот это ни хрена. Вот это я приобую сейчас. Так, а он никакой не именной? Нет. Просто снять, да? Носу. На свой цепануть. Прикрой меня, прикрой! Так, да. Ху-ху-ху. Нету его! Куда же он двинуть мог? Ну, прицел такой себе, конечно. Ну, пусть он будет как второе оружие. Противник или нет?
Так, это капитан. Застряли. Я помог. Смотри. Ну чё вы это, аптечки давайте, алё. Вообще нету ни хрена. Подствольник, подствольник, ребята, вам хана. У меня их 16 штук. Я сейчас буду им рашить просто ходить. Так. Чисто. Аномальные книги какие-то светятся. Добыть часть тела... А почему? Типа, кто сказал, мяу, у меня пропало? О, смотри, что квесты, типа, время у них есть, что ли, или что? Мяченый, я сообщил о тебе бармену. Он должен договориться с долговцами, чтобы тебя пропустили. Так что ноги в руки и к нему. Блин, это плохо. Дай-ка посмотрю, где он. Проваленный, вот. Добыча. Ну-ка, типа, какой-нибудь побочный квест. Есть время на него? Вот, убить бандитов. Осталось 2 дня, бля, реально, смотри, чё. Уничтожить лагерь бандитов, осталось 2... Блять, надо это учитывать. Тогда сейчас пойду к Сидору, сдам задание. Там еще, получается, 2 вот этих, убить бандитов и... наемники на кордоне. Ебали, че вы орете? Нихуя ты, блядь. Попробуем. Ой, какой, ой. 3D. Ой, хорош. Так, ну пока его здесь нахрен не надо. Хорош ты, смотри, чёрт. Ты видел? Ты смотри, какая толпа сидит. Бля, вылезет с него, нет? Опа, эти собираются, смотри. Встали. Сейчас мы их нахрен с крыши расстреляем. Попробуем. Давай попробуем с подствола. Ну посмотрим, как он здесь. Гранаты вообще никчемные, по крайней мере, по зомби я стрелял. Это был пипец на. Они толпой идут на меня, у них под жопой взрывается, и ничего не происходит. Подожди. Хорошо. Бля. Так, а кто здесь? На вы... Ага, на вышке, чувак.
Блять, непонятно. Сука. Эти разбежались и все. Штуки два убежали, наверное. Сейчас убью этого на вышке, но. Хорошо, ты смотри тут. Ой, как залетает с прицелом. Сейчас мы с них бабло соберем хотя бы. Так, и ты. Что у тебя за оружие, во-первых? Обычное, да? И что? Костюм. Ах, не дал костюм, прикинь, в этот раз. Сука. Жалко. Нихуя себе, костюм почти целый был. Так, все. Все. Тут еще могут быть, конечно. И дальше. Да неужели? Что, прям нету здесь вояк? Не верю, блядь. Или вот эти прибежали оттуда тоже. Скорее всего, потому что здесь обычно трое ходят. А здесь пятерых, получается, убил. Так, она... Ух ты, там тоже, блядь, этот, ладно. По тайничкам как-нибудь отдельно пробежимся. Но вот в этот сейчас зайду. Жалко, что отсюда не попасть на напрямую в этот, на кордон. Хорош! Беги, сука! Блядь, да дайте мне уже детектор! Вы чё, суки, звери? Ты понял? Ну вообще ничего не пикает, ничего не слышно. И смотри, чё. Вот я смотрю, это не видно ещё ни хрена, блядь. О, а так есть. Ну круто, блядь. И кто ж нам в конце концов-то даст этот, блядь? Опа, нет, сука, смотри, что стоит, пацан. Ебать, я метки. Блять, надо сходить. За тайником надо сходить. Вдруг там, блядь, еще какой-нибудь ствол. На, малю не попадет, смотри, сука, бегает. Попал. О, смотри, и арт выскочил. Ха-ха, прикольно, да? Это можно сталкеров заманивать. Был какой-то персонаж такой. В аномалии собирал артефакты. Ебать, призрачный зомби.
Охуеть. Ты прикинь. Ты прикинь, чё оно. Так, сюда. Комбез. Это обычная рука? Да. Блять, а чё он это, ну? Не лучше ли его таскать? Понятное дело, от аномалии, от всякой этой грязи зоны спасает он лучше. Пулестойкость 36, здесь пулестойкость 20. Ну, блять, прям не знаю. Давай-ка вот этот одену пока и... Еще арт. Слушай, это не кровь камня. То есть каменный цветок, да? Да, для лекаря. Слушай, ну прикольно. Сейчас как раз туда идем, на кордон обратно. И все это в тему. Так, ну а что? Продам на... Продам, блядь. Ебать, не перезарядился, что ли? Так, по-моему, были двое. Трое? А кто одного-то убил? Грены так накрыл. Зачем, блядь? Сейчас 100 пудов бают, и бандиты, наверное, будут. Ой! Вот он, бандит, блядь. Дошел до беса без приключений, ну... Радиации хапнул, пришлось водки выпить. Потом вспомнил, что у меня есть еще целая колючка, которая минус 10 и минус 30 морской еж выводит. То есть нацепил их. Так, ну и все, и на кордон двинем. Надеюсь, тоже тут сейчас без приключений будет. Нет. Там... Причем как будто эти голоса бандитов еще на переходе. Хорош. Сискушка.
кого-то сожрали. Нет, это сталкер был. А, это Юрик, подожди. Они его просто притащили сюда. А кто шарал? А, вот кто орал. Тот хорош, я что, не подойду? Блять. Прикинь, бандос. Один был? Нет. Бандит. Где-то, сука, одиночку убил. Не понял, где этот? Сука, на крыше где-то, что ли? Блять, ну я сейчас запрыгнуть не смогу туда. Давай обратно попробую. Ты понимаешь, проводников здесь нету, мне придется пешком хуярить обратно. Туда еще дойти надо, блять. Что-то какой-то кипиш тут на ферме. Так-то прикольно по кордону сталкеры ходят, уже троих встретил там. Можно торгануть. А здесь... Ох ты, нифига, смотри, здесь прям целый... Целая база уже, вот так вот возрождается. Оружие убрал. Я в Икзе сталкер. Подожди, а кто такой вообще зеленый-то? Кто у меня может быть зеленый? Толик? Блять, и все. Ты кто? Вовка сутулый. Компанию может составить, прикинь. Танцор? Ты чего грустный? Тоже, что ли, с этим гавриками под мостом встретиться? Вот теперь, суки, меня... Аппетит про военных? Не... Я вот не пойму, почему он этот, зеленый. Внимание! А, у них плоть там, наверное, в соседнем здании, они агрятся, наверное. Так, ну а чё, попробую через военных, просто здесь через аномалию не пройду, а там обходить неохота. Ну, и трёшку, если отдам, или сколько они там берут, то хрен бы с ними. Лишь бы не пристрелили. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда, говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Сколько с меня? 500 рублей. За 500 рублей неплохо. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Я прошел уже. Так, кстати, у нас тут на элеваторе квест, это схрон забрать у лекаря, отдать ему камень цветов, но я не буду пока, я пойду вещи скину, просто вот так вот ходить, это не камильфо, и вещи вот эти, ну естественно выкидывать как-то жалко, это просто новые стволы, прикинь, новые комбезы. Пойду продам, сдам Сидоровичу задание и приду уже к этому лекарю. Я наконец-то добрел, доплел, дотащился. Давай-ка сдадим задание. Там еще кто-то по заданию. А, это дед. Дед, тебе не принес я задание еще рано. Ох, принес. Так, давай по заданию. Я по поводу задания.
Убить вожака бандитов. Десятку. Я, наверное... Да, деньги. Или что, или аптек. Или аптек взять немножечко. Так, давай-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Пяток, шесток возьму. Так, остальное все деньгами. Так, взять вещи и взять деньги. Наемники на кордоне. Охренеть, ты это представляешь? Эти уроды заложили бомбу где-то у нас в лагере. Злопамятные, блин, засранцы. Я их месяц назад обломал с оружием. И, видать, они меня теперь убить хотят вместе со всем лагерем. Меченый выручи, нужно срочно найти эту бомбу и обезвредить. Сделай это, я заплачу. Только скорее, не тяни, ладно? Блять. А то, боюсь, подорвется она скоро. Понял, побежал бомбу искать. Вот тебе раз. Так, прикинь, 7. 7 М-ка. Неплохо. Хороший товар. Пятнашка. Сука, не зря я тебя таскал. Прикинь, чё. АК-альфа тактический вариант пятнашка. Вот. 3, вот зря вот практически таскал. Неплохо. Навесенная до хера. Хороший товар. Сколько тактической стоит вот это? 4. Хорошо. Просто, ну, чё да, таскать заходи. Зря. Давай снимем глушитель, прицел. Да и продам я его. Так, щупальц кровососа. Во, десятка, прикинь. Неплохо. Так, это хороший мы не будем продавать. Товар. Патроны есть, это есть. Ну, в принципе, наверное, давай бинтов немножко, куда нахуй столько. Да и радов. Заходи. Так, неплохо, скинул я ему всякую мелочь, еще там попутно захерячил. Костюмчик. В общем, скинулся так по полной. Оставил все, что нужно. Хорош. Таких походов вчера. Да если бы еще хабар не хуже. Блять, а чё? А где? Сука. Нечестно. Как выглядит-то хоть, блять? Чердака посмотрим. Я вообще такой квест, ну, в душе первый раз. Подожди-ка, где это задание, где примерно можно? Вот, уберечь лагерь от взрыва. Блять. Узнав о задуманном взрыве, лагерь Сидорович показал найти... Так, короче, нихуя. Нихуя я ничего там не вычитал, но вычитал то, что еще и наемников, оказывается, надо уничтожить. Дед, у тебя бомба, нахуй. Ах, пиздец, ну 3 минуты ж мало. Вот тебе раз, блядь. Блядь, это где-то должно быть, может, у костра, нет? Она стерва сама закрывается. Вот она. Понял я. Нахую намотана. Так, а ни хрена себе так, что ли? Я с окошка. Внутри отдышался, поправился чуть, пошел смотреть, кто это с дверью половал. Там комната большая. Ебать. Зеленый или желтый? Как шоссе. Устала стул. Зеленый, наверное, он тут как бы. Башня. Какие-то выводы, блядь, еще делал. Логику искал, блядь. Я надеюсь, он в том же месте будет. Хуй, прикинь. Вы чё, охренели, что ли, блядь?
Вот это нихуя. Блять, ну я надеюсь, хоть тоже где-то вокруг лагеря. Так, наверное, вряд ли уже тут где-то где-нибудь, блядь. Блять, а может быть в доме, а? Почему нет, да? Весь лагерь, наверное, считается, блять. Все, 50 секунд. Блять, день чудеда, нахуй. О, хорош. Так, желтый. Затание, вы... Да иди ты нахуй, я бы его здесь не нашел бы, если, блядь, не... кнопкой F не дергал постоянно. Так, убить наемников теперь. Хм, прикинь. То есть Сидору потом только сдавать. Так, ладно, убьем мы наемников. Но это в следующей серии уже будет. Будем заканчивать, ребят. Так. У нас еще надо будет сделать лекаря, да? Ну, короче, все в следующей серии тоже, ребят, будет. Там разберемся. Кто смотрел, ставь лайк, пиши комментарий обязательно. Всем пока, всем добра.